Командир вызвал, сказал, нужно забрать танчик. Поедешь, заберешь. Поеду, заберу. Потому что это единственная артерия внизу, которая может зайти незаметно всего и накидать им по затылку. Прилетало все, начиная от автоматов и кончая снарядами, артиллерии, танчики, все работало. Просто танчик, который меня подвез, он прикрывал дымами, плюс арта прикрывала дымами. Были включены рэпы, плюс кружились IPV-шки, которые, если вдруг видели пехоту, подходила, валили всю пехоту. Ну, это единичный случай, чтобы просто тупо с нуля забрать танк. Я такого и не слышал. Сейчас проверить его на целостность, ну, что там, как, где. Есть деформация. Я буквально там неделя-две и все. И уже танк отдали нашему экипажу, это танк. И будем горкам посылать подарки уже с ихнего танка.